В зоне морского фасада города Магадана продолжаются масштабные строительные работы. Уже скоро улица Приморская станет одним из самых комфортных и благоустроенных пространств столицы Колымы. Отличительной особенностью проводимых работ является их комплексный характер. Параллельно со строительством фактически новой дороги, Горсвет завершает установку системы уличного освещения. Фасады многоквартирных домов ремонтируются по всей улице. Как продвигаются дорожные работы, вечернему Магадану рассказал заместитель директора ГЭЛУТ Константин Махалин. Сейчас на данном этапе на этом объекте идет подготовительные работы по основанию. Наращивание горловин колодцев, установка ливневой канализации. Я думаю, что еще проработаем здесь неделю. Потом будет асфальт. Подготовительные работы ведутся и по тротуарам, и по газонам, и по парковочным зонам. С учетом потребностей областного центра и его жителей, строители в первую очередь завершат работы на дорожном полотне, чтобы открыть проезд для автотранспорта. Как сообщил Константин Махалин, задействованных ресурсов на объекте достаточно для выполнения всех запланированных работ в срок. Но свои корректировки может внести капризная северная погода. Съемочная группа вечернего Магадана смогла убедиться лично, что на стройке очень оживленно. Около 20 единиц спецтехники работают на всем протяжении улицы Приморской. Здесь попытались выровнять дорогу, чтобы она была ровная, потому что она была очень кривая. Вот, поэтому пришлось снять порядка 30 сантиметров, то есть вместе с асфальтом и грунтом. Ну и будет положено 12 сантиметров асфальта. Общая площадь асфальтированного покрытия по улице Приморской составит 6000 квадратных метров.